Dați sau pentru ce? Eu cred că lucrul ăsta este unul foarte grav pentru Republica Moldova. Veți participa sau nu la dezbateri electorale? În primul rând trebuie să vedem când vor fi, unde vor fi aceste dezbateri. Dar eu, începând cu săptămâna viitoare, mă voi axa pe întrevederi în teritoriu. Eu am menționat deja, eu cred că practica anterioară, când mergeam din sat în sat și în fiecare campanie electorală aveam câte 250-300 de întrevederi electorale, eu cred că este practica cea mai bună. Eu permanent am fost alături de cetățeni, nu am stat doar la Chișinău, oamenii cunosc. Am fost și pe parcursul mandatului în mare majoritate sau în o bună parte din localitățile din Republica Moldova și această experiență bună de comunicare cu oamenii, nu mă tem de oameni. Apropo, mulți spun că după ce discută cu mine, îți arăt mai bine la discuțiile când e unul la unul decât discuțiile online sau la televizor. De ce voi merge masiv în teritoriu? Accent TV. Что вы можете сказать о предвыборной программе блока коммунистов и социалистов? И насколько она будет отличаться от новой программы ПСРМ, принятой недавно? Ну, давайте скажем честно, что большой разницы идеологической между программой коммунистов и социалистов нет. Мы все вот последние годы, последние десятилетия ратовали за одни и те же ценности. Кстати, коммунисты и социалисты в начале независимости нашей страны были вместе. Вот для тех, которые не знают, я просто еще раз пересмотрел историю политическую. В 1994 году партия коммунистов не была зарегистрирована в Молдове. И для того, чтобы попасть в парламент, а тогда были выборы 1994 года, социалисты, был блок социалистов, взял к списке социалистов-коммунистов, которые впервые прошли в парламент независимой Республики Молдова по спискам партии социалистов. Поэтому между коммунистами и социалистами все эти, ну, с 1994 года, сколько у нас, 27 лет, все эти более двух десятилетий были неплохие, хорошие отношения. То, что касается программы, которая была принята у нас, которая есть программа партии коммунистов, я думаю, что существенных различий, если вы посмотрите одну другую, вы не найдете. Платформа наша, мы практически сейчас ее заканчиваем, предвыборная, но хочу вам сказать, что мы, скорее всего, будем останавливаться на 4-5 основных моментов. Первый – это экономика и социальная справедливость, борьба с бедностью. Второе – это государственность, укрепление, это нейтралитет. Третье – это внешняя политика. И четвертое, конечно, это традиция, наши традиции молдавские, национальные. Это православие, это наши ценности. Вот я немножко хочу остановиться на первом. Это экономика и социальная часть. Вот я хочу задать простой вопрос. Кто из других политических партий, кроме демагогии, сможет предложить решение по конкретным экономическим вопросам, которые волнуют граждан? Конечно, наших граждан волнуют все эти моменты, о которых я сказал. И государственность, и нейтралитет, и, безусловно, наши традиции, и риск внешнего управления – это волнует всех. От малого до великого. Но больше всего, мне кажется, что волнует качество жизни, экономика, социалка. И вот смотрите, что у нас. Я сделал небольшой анализ, я себе позволю минут 4-5 об этом поговорить. Вот смотрите, индустриализация. Что у нас происходит в Молдове? Объем промышленного производства в 2020 году составил только 64% от уровня 1989 года. То есть сократилось на 40%. Численность занятых в промышленность уменьшилась в два раза. В 1993 было 245 тысяч, сейчас 121 тысяч. То, что у нас происходит в промышленности за эти 30 лет. Единственное, когда у нас чуть-чуть пошел вверх и улучшилась ситуация, это до 2005 где-то так, когда были у власти вот эта команда, которая сейчас предлагает партии коммунистов и социалистов. Что нужно делать для того, чтобы решить эти проблемы? Вот мы предложим конкретные решения. Знаете, как, помните, лет 10 назад у меня в избирательной кампании основной лозунг был «Солуция». Atunci не пропоням солуции пентру проблеме. По экономике пропоним солуции пентру проблеме. Сельское хозяйство. Вот смотрите, что у нас в сельском хозяйстве происходит.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2020 составил всего лишь половину, 51% уровня 89 года. То есть 30 лет независимости. Многие страны пошли вверх за эти 30 лет. А Молдова по уровню промышленности и по сельскому хозяйству ушла на 50% вниз. Кто из нынешних партий может об этом четко сказать, что они хотят сделать? Вот смотрите, по орошению. У нас было в советское время орошение в Молдове, вы знаете какое? За последние годы, за последние 10 лет в основном, площадь орошаемых земель составила всего лишь 220 тысяч гектаров, а потребно 700 тысяч. Кто эти проблемы обсудит в этой избирательной кампании? И как их решать? Я видел где-то в Фейсбуке, что кто-то говорил, что про животноводство, не видел ни у одной партии и так далее. Вот смотрите, что у нас происходит в животноводстве. Молочная отрасль. За последние 10 лет с 2009 года производство молока снизилось на 44%. 570 тысяч тонн было раньше, сейчас 322 тысячи тонн. Кто-то об этом говорит, кто-то этим занимается, не занимается, а демагогией занимается. Дальше, развитие местной инфраструктуры. При коммунистах, когда мы были вместе с коммунистами, была хорошая программа «Молдавское село». Молдавское село, вы знаете, мы инвестировали в селах. Что происходит с этим вопросом? И вот так мы будем по каждому. Вот сокращение неравенства доходов населения. Что происходит с медициной? Вот в здравоохранении мы предложили увеличение зарплат, успели сделать 60-70% в прошлом году. Это была наша инициатива, моя личная, чтобы увеличить зарплату медикам. Сейчас все это остановили. Что происходит в образовании, качество образования? Вы знаете, что за последние 10 лет, с 2010 года по 2020, количество учеников и студентов в Молдове снизилось на 124 тысячи. Нану думи зечи, но я могу чин сути чин за шоп деми, где студент шей лев, а кума вен мой пациент под сути трей зечи. Минус о сути доузеч деми, где я лев студент, где курс, где зечан. Унди мерженой путем пулясти. Поэтому, когда вот Акчентовы меня спросили о предвыборной программе, вот мы этими вопросами в основном и будем заниматься. Мы знаем, как решить эти проблемы. Мы решали эти вопросы. Мы решали до 2009-го. Не удалось некоторые из них начинать решать в 2020-м, когда у нас была возможность, была наше правительство. И вы знаете, несмотря на засуху и на пандемию, что мы сделали в прошлом году. Вот основная особенность, что мы знаем как, у нас есть опыт, мы это уже продемонстрировали. Что предлагает наш оппонент? Кроме громких слов и марихуаны в карманах депутатов. И некоторых уголовников, которые там по спискам проходят, которые, ну, видели, уже в прессе есть много этих моментов. Что они предлагают? Какой опыт у наших оппонентов? Опыт, что работали на Сороса или на дяди Сэма и получали зарплаты и ничего не делали, только пили чай, кофе, кофе-брейк. Из-за этого их гладили послы по черепашкам. Ничего они не делали в своей жизни. Вот это должны понять наши граждане, когда будут принимать решения. Потому что этими вопросами, еще раз, никто заниматься не будет. Вот я могу по каждому из этих вопросов пройтись и сказать, что мы сделали и что они делали или намерены сделать. Вот они уже один раз продемонстрировали в конце 90-х, когда закрывали районы и создали уезд. Я вижу, что некоторые конкуренты сейчас говорят о том, что нужно закрывать все районы, сделать три зоны, не знаю, какие зоны, для уголовников или для кого. Закрытие, ликвидация районов и сел. К чему это приведет? Я думаю, что большинство граждан знает ответ на этот вопрос. За эти 10 лет раздали налево-направо все. Все стратегические объекты. И аэропорт, и государственный банк уничтожили. Железную дорогу добили.
И хотели, в прошлом году еще настаивали внешние партнеры, чтобы мы приняли закон о том, чтобы ее разделять на куски и так далее. Я в прошлом году был категорически против, потому что это привело бы к увольнению 5000 человек с железной дороги. Сейчас они говорят, что нужно это делать. Ну, хотите делать, ну, делайте, мы этого делать не будем. Уничтожать стратегические объекты мы не будем. И зададимся по простым вопросам. Вот когда мы с Владимиром Николаевичем, с коммунистами обсуждали нашу общую позицию на этих выборах и создание этого блока, основной вопрос, основной аргумент, который привел к созданию этого блока, этого союза, а кто, если не мы? Вот кто из нынешних партий, вот сильных команд, ну, вы знаете, вот есть мы, есть правые, есть там еще мелкие разные. Но кто, если не мы, займутся этими вопросами? И что, мы сейчас должны опускать руки и дать возможность, чтобы они уничтожали дальше Молдову? Конечно, нет. Вот именно для этого мы создали этот блок. Мы показали и доказали, что мы можем перейти через разные разногласия. Доказали, что у нас есть политическая мудрость. Перешагнули через все и двинулись вперед для победы. Это частично и ответ на тот вопрос, который был первый, сколько мандатов и так далее. Мы нацелены на победу. И мы победим. НТВ. Домля пришли декент по фи дефинитивата листа кандидатства от блоку электорал коммунисты и социалисты. Экзиста спекулации к дискуссии или к партнерии блок с индистудой тенсионате лачес капитул. Ну, что не экзиста ша спекулации. Ничем фил детенсион не сунт, но идем примазинем кларификатку домнул Воронин Кари в афире презентативитате листа или блоку электорал. 70% репрезентанции партии социалистов, 30% репрезентанции партии коммунистов. Листа есть дефинитивата, что вафи факту публика и медиа, че вафи регистрат конкуренту электорал. Адика астез вафи регистрат конкуренту электорал, че астез вафи факту публика. А до întrebare de la НТВ. Domnule președinte, unele raioane din nordul țării au fost lovite de ploi torențiale, care au cauzat pagube semnificative. Este astăzi capabil guvernul să ofere despăgubiri celor afectați? Care este riscul că statul să nu poată veni cu un ajutor financiar în cazul unor calamități? Cu regret, natura câteodată îmi dă lecții tuturor și avem astfel de situații excepționale. Oamenii așteaptă ajutor. Și cine poate să ajute în această situație? Raionul Șoldănești, din partea aceea a țării, unde a lovit grindina și mii de hectare de culturi agricole au fost distruse complet. Oamenii așteaptă ajutor la cine? La stat. Cine este statul în această situație? Președintele? Nu, pentru că e ocupată, sprimblă. Cine? Guvernul trebuie să ajute. Guvernul de unde să ajute? De fondul de rezervă. Care până de mult era în jurul de 100 de milioane de lei, 98 dacă nu greșesc. Dar cu, din cauza ambițiilor, 70 de milioane s-au luat din fondul de rezervă, s-au dat la lege, rămas 30 milioane. Ajung 30 milioane pentru a acoperi aceste calamități. Nu știu, cei de la guvern să verifice. Trebuie ajutați sau nu trebuie ajutați? La sigur, trebuie ajutați. Eu aș propune guvernul în genere din fondul de rezervă să găsească posibilitate să majoreze acest fond de rezervă, cu toate că fără parlament e dificil. Ar fi bine acum din acest fond de rezervă vreo 30 de milioane de lei de dat la calea ferată obligatoriu pentru a acoperi datoriile la salarii, pentru ca să nu blocăm comerțul extern al Republicii Moldova și importul, exportul, pentru că pe calea ferată se transportă mărfuri la import și la export, să găsim bani pentru a ajuta agricultorii. Noi doar nu suntem securizați, nimeni nu știe ce o să fie mâine, poi mâine. Dar dacă mai vine o ploaie și distruge culturile agricole, de unde luăm pe așa ăștia? Dar noi ne ocupăm de căutarea banilor pentru alegeri. Da, pentru alegeri trebuie să alocăm bani, dacă s-o lua decizia. Dar haideți să vedem ce facem cu ajutorul oamenilor. Și care sunt prioritățile de bază? Ajutăm oamenii sau înducem la alegeri? Мир. Игорь Николаевич, накануне вы критически высказывались о продаже Джуджулевского порта Европейскому банку реконструкции и развития. Скажите, какие экономические последствия для Молдовы может нести эта сделка? Я не говорил, что плохо или хорошо, что банк Европейской ЕБРР там взяло большинство или нет. ЕБРР был инвестором в этом проекте изначально с 2005 года, когда я
по поручению президента Воронина был ответственным за строительство этого порта. Ну, наверняка вы знаете, что с 2005-го, начала этого проекта, когда на берегу были только две цистерны, и до 2009-го, когда мы сдали и нефтяной терминал, и пассажирский порт, ответственным за этот проект был я лично. И я знаю, как это строилось, я знаю, как это было трудно, тяжело, но мы этот стратегический объект, проект мы смогли внедрить и обеспечить, чтобы он функционировал в Республике Молдова. Это стратегический проект. Этот проект государственного, национального интереса. То, что передали, вот новый инвестор взял полностью контроль над этим, ну, нужно понять условия сделки. Еще раз, когда какой-то инвестор покупает какой-то актив в Республике Молдова, нельзя говорить, что это плохо. Но ни в коем случае нельзя позволить, чтобы этот важный инфраструктурный стратегический объект работал против Республики Молдова. Это наши врата в Черное море и дальше в Мировой океан. Поэтому здесь государственные структуры должны очень внимательно посмотреть все условия, потому что есть отдельный закон, принятый парламентом, еще, если не ошибаюсь, 2004 или 2005 года, где четко расписано, и он так называется, о функционировании порта Джуджилеш, если не ошибаюсь. Вот нужно брать этот закон и посмотреть, вот эта сделка вписывается в этот закон, потому что стратегические объекты должны быть обязательно под контролем, под наблюдением государства Республики Молдова и должны работать в интересах Республики Молдова. Поэтому с этой сделкой, конечно, нужно разбираться, нужно посмотреть, что там происходит и как происходит. Против Владимир Воронин приму пилиста блоку электорал, все никогда к читатине ворвотапе информационили про европейнин, цар ворожунчи солдат сенату. Яра Молдова, севернаш копии декулари. Сантезде коткус. И пишетла против вен макулари копии интересаз. Сантересаз шевам и сервис. Минима интересаз копии де Молдова свиси на тош. Я вам грижать копии мей. И кальсаз грижать копии лор. Чекулари. Боровя копии. Есть и дичизия паринцелор. Астадак сворубим аша майнглума диспре дуа партия антребари. Диспре прима партия, чем и серьез. Ее тот консидер, когда к ворам винже партии для дедрярта, а тунче Република Молдова вом авя проблеми в форте маринче и ценнику нейтралитете. Я уйтац в атент ла декларацииле унор фошт консилиер președintelui Statelor Unite, ambasadorilor, inclusiv Statelor Unite, referitor la Transnistria. Ce ei au ascuns vreodată că ei doresc ca Moldova să fie membra NATO? Tot timpul s-au jucat așa, da, dar poporul va decide. Evident că noi vom decide și nu vom fi niciodată membru NATO. Noi nu trebuie să ne jucăm în jocurile voastre geopolitice. Unele țări membri a UE au rămas neutre. Uitați-vă Austria. Exemplu bun și pentru noi. Care NATO? Noi suntem categoric împotriva la acest lucru. Dar victoria celor de dreapta și verticala de dreapta ar putea duce la destabilizarea situației în Republica Moldova. Vreți să fie ca în Ucraina? Vrea cineva din cetățenii Republicii Moldova să dăm țara sub control extern total? Așa cum este instituția prezidențială? Eu sunt ferm convins că mare majoritate nu-și doresc acest lucru. Pentru că dacă se va întâmpla acest lucru, vom avea destabilizarea situației pe Nistru. Și nu doar pe Nistru, dar în întreaga teritorie Republicii Moldova. Și atunci o să ne aducem aminte din nou. Știți cum spun moldovenii noștri? Fie ce fi, numai război să nu fie. Păi că dreapta înseamnă război și destabilizare. Oamenii trebuie acest lucru să-l înțeleagă și mai târziu să nu spună că nu i-a preîntâmpinat nimeni. Așa, acum vedem ce întrebări sunt din partea cetățenilor. Так, сунт, какие вопросы? Бензарь Анастасия, Игорь Николаевич, что будет дальше с людьми из Молдовы в Российской Федерации? Я думаю, что речь идет о решении Российской Федерации, что до середины июня все граждане других стран, которые находятся в России и нарушили миграционный режим, должны выехать из Российской Федерации.
Есть такое решение России, Российской Федерации, оно касается и молдаван, там около более 50 тысяч наших сограждан, которые нарушили миграционный режим. Мы находимся в контакте с нашими российскими партнерами и надеюсь очень, что найдем решение для того, чтобы наших граждан Республики Молдова это не касалось, либо нашли какое-то решение. Анастасия, поверьте, мы очень пристально и внимательно обсуждаем этот вопрос, и я думаю, что мы найдем решение. Светлана Молчанова. Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее о приоритетных целях Альянса. Ну, не называйте Альянс, Альянс – это европейского блока нашего. Какой, по вашему мнению, будет расклад событий в случае, если вам удастся одержать победу на парламентских выборах? Заранее благодарю за ответ. Светлана, насчет приоритетных целей я уже рассказал, кстати, тоже на русском языке. Все, что касается экономики, социалки, все, что касается нашей внешней политики, мы хотим дружить со всеми, и с Западом, и с Востоком, но Россия наш стратегический партнер, и против него мы никогда не пойдем. Здесь же государственность, нейтралитет, мы не позволим, чтобы Молдова объединялась с кем-то. Это принципиальный вопрос. Нужно сохранить нейтралитет для того, чтобы объединить страну. И, конечно, это наши ценности, наше православие, наша церковь, наши семейные ценности. Вот это все мы будем охранять. Для нас это приоритет, вот эти цели, приоритет номер один. То, что касается, что произойдет после нашей победы на парламентских выборах, ну, нужно навести порядок. Кто-то мне говорит, а президент не будет мешать. У нас парламентская форма правления. Нам нужно сформировать парламентское большинство, выбрать руководство парламента, выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, профессионала, который знает, как решать проблемы, знает, как помочь людям и будет заниматься проблемами людьми в первую очередь. И начнем наводить порядок. Опыт есть, знаем как, команда есть, доказали, что можем. И я уверен, что за довольно короткий период времени мы наведем порядок. А если президент будет пытаться мешать этому парламентскому большинству и правительству, мы найдем решение и для этой проблемы. В парламентской стране есть много возможностей для того, чтобы эту проблему решить. Поэтому шанс навести порядок при парламентском большинстве блока коммунистов-социалистов есть. Мы знаем как. И я уверен, что народ это поддержит. Максим Казак. Игорь Николаевич, если вы нашли общий язык с коммунистами, может быть и в новом парламенте будете в коалиции с Усатым. Без правых, Усатого, так, без правых, Усатого неплохие отношения с Европой. Может быть, им в коалиции с вами продолжат отношения с Евросоюзом вместо правых. Верните правых в оппозицию, управлять они не умеют. Максим, я не хочу давать оценки другим, но вы уверены вот в том, что вы здесь пишете, для того, чтобы опять не называть разные партии? Правые запускают разных спойлеров для того, чтобы не дать возможность нам получить парламентское большинство. Вот та же тактика была и на президентских выборах. Вы помните? Вот благодаря кому Майя Санду стала президентом? Как вы думаете? Кто-то скажет диаспоре. Нет, не только диаспоре. Или не столько диаспоре. Благодаря тому, что произошло здесь внутри страны, в первую очередь. Благодаря тому, что эти спойлеры выбили у нас в первом туре первое место. Если бы у нас было бы первое место в первом туре, мы победили и во втором. В этом была задача. Разбить левый фланг. Если вы думаете, что сейчас на парламентских выборах ситуация поменялась, она не поменялась. Она не поменялась. Ставки может быть еще больше. Поэтому попытки раздробить левый фланг, конечно, есть. Еще раз, я не даю оценки и не называю ни одной фамилии. Но я вас очень прошу, чтобы мы внимательно все оценивали. Зачем разбрасывать свои голоса в надежде, что вот мы проголосуем за того, потому что он будет в коалиции с коммунистами и социалистами, с Воронином и с Дадоном? А почему не сразу голосовать за этот блок коммунистов и социалистов и не рисковать? Некоторые из вас рискнули на президентских выборах. И чем это обернулось сейчас? Кусает себе локти.
подумали, что будет лучше. Не лучше. Поэтому я вам предлагаю, что вы очень внимательно, осторожно попытались разобраться в каждом из действующих политических лиц, которые хотят пройти в парламент. Наталья Кожухарь. Игорь Николаевич, будете пересматривать Конституцию? Надо пересмотреть запрет партии, которая агитирует за уничтожение государства. Не мешало бы провести референдум на обоих берегах Днестра по статусу Приднестровья. Надо объединять страну. Наталья, конечно, нужно запрещать партии, которые хотят разрушить Республику Молдова. Я уже отвечал на этот вопрос. Представьте себе, что в Румынии какая-то партия активно проводит политику на уничтожение Румынии и отдать часть Румынии Молдовы, часть Румынии Венгрии, потому что они исторически были там. Эту партию бы сразу бы закрыли. То же самое нужно делать и в Республике Молдова. Так же, как они поступают. То, что касается референдума на обоих берегах Днестра, конечно, нужно. Но это нужно сделать после того, как мы договоримся с Приднестровьем, как мы живем дальше вместе. Нужно предложить модель, как нужно жить вместе. Вот в последнее время я вижу разные декларации, вот посол США, что Кишинев должен контролировать Приднестровье. Бред. Кишинев должен работать вместе с Приднестровьем в единой стране. Это как бы сказать, что вот Кишинев должен контролировать Комрат. У них своя автономия. Они в составе Республики Молдова. Вот эти декларации, это воинственные декларации. И господин Хоган знает четко мою позицию. Мы не раз об этом говорили. Почему он вдруг поменял политику на такую жесткую позицию? Эта жесткая позиция не приведет к решению проблем. Нам нужно договариваться с Тирасполем. Нам нужно их убедить, что вместе и для них будет лучше. И для жителей Приднестровья. Нужно подумать, какой особый статус дать Приднестровью. Путь, этот единственный путь, это диалог. Без диалога ничего не получится. Диктовать сверху, как старший или младший брат и так далее, все это проехали. Санкции, блокировка Приднестровья не пройдет. Нужно садиться, договариваться. Вот нынешнее руководство страны этого не хочет. Она, наверное, хочет, как Хоган велит, вот взять под контроль. Не хотят, закроем все, придут. Это не выход из ситуации. Это путь на эскалацию. И ни к чему хорошему не приведет. Вот попытались на Украине так, и к чему пришли. Уже 7 лет война. Вам война нужна? Поэтому я призываю остановить эту риторику. Вернуться на путь диалога. И давайте искать решение. Найдем решение вместе, как мы вот вместе решение по Приднестровью. Потом это решение вынесем, конечно, и на правом берегу отдельно на референдум, на левом, для того, чтобы объединить страну. Это единственный выход. Делия, буна зела дом лепшните. Се дуг дискуссии рефекторла прокурария вакцину Руси спутник ве. Делия, се дуг дискуссии, евидент. Чинявам антребатки ардадиче, яка вини Pfizer. Дар, ну, вини спутник. Ну, примуранчечку прокуревну Pfizer, каримейску к спутнику, да вини дуар на сентябрь-октомбрь, акума дуар са семнат контрактили, са ладе чизя де гувернка прокурев. Ку спутнику есперка ну на июне се ва проба у аствел де хотарыри, пентру ка сприми мажор ла 1 000 000 дози де спутник ве. Я штю, ка маре мажоритати аштепта ну мя чез вакцин. И тот ам дегэн сма вакцинез ку спутник ве. Și media ce va fi liber pentru toți, voi face acest lucru aici, acasă, în Republica Moldova. Vera Crilova. De ce Maia Sandu este împotriva producătorilor moldoveni? Nu Maia Sandu e împotriva. E împotriva cei care controlează Maia Sandu. Pentru că decizia de a nu promulga legile a fost dictată din afara țării. Eu cred că dumneavoastră înțelegeți. Cine se teme de modificările la legea privind la comerțul intern, care permite producătorilor autohtoni să-și vândă marfa la ei acasă. Ia încercați să vă duceți cu marfa noastră să vindeți, să o puneți pe rafturi în România sau în Germania. O să aveți o mulțime de obstacole. Și nu o să întrăim producătorii noștri niciodată acolo. Așa cum doresc, cu volume mari, nu cu țărâca pe polca de jos. Dar la noi, când noi vrem să facem același lucru, nu ne interzic. De ce? Pentru că pe dânșii interesează să-și vândă în Moldova produsele lor.
Шигасес кон конкатор де цар, который блокиаза инициативы, по которым пробует парламент. Мы будем инсистать в континуаре по пробаре этих лечей, которые сунут ожидатые де тоц продукаторы на Республика Молдова. Светлана Якимчук, скажите, пожалуйста, возможно ли не допустить повторной ситуации, что будут блокировать выборы для Левобережья? Светлана, я вам обещаю, что мы сделаем для этого все, что в наших силах, чтобы обеспечить свободное волеизъявление всех граждан Республики Молдова, включая тех, которые проживают в Приднестровском регионе. Людмила Гонца, что с пенсией? Людмила, мы индексировали на 1 апреля. Вы знаете, что в Молдове существует система индексации пенсии два раза в год. Была одна индексация на 1 апреля, вторая индексация будет на 1 октября. Кроме этого, пенсионеры получили к Пасхе 1000 лей, единовременную помощь, и такую же помощь 1000 лей мы обещаем выплатить 1 октября, конечно, если мы победим на этих выборах. Вот то, что мы в прошлом году давали 700 и 900, всего 1600 пенсионеров, у которых пенсия меньше 4000 лей. Вот в этом году мы дали 1000 лей на Пасху, и мы намерены еще 1000 лей дать 1 октября, когда день пожилого человека. Вот это в наших планах. Спросите кто-то, сделаем или нет, мы в прошлом году сделали, в этом году на Пасху сделали, это моя инициатива, это наша инициатива. И мы сделаем то же самое вместе с коммунистами на 1 октября. Конечно, если мы победим на этих выборах. Но я надеюсь, что с вашей помощью мы победим. Блок электорал коммунистов, социалистов, шлиста, кандидатов, честно, после регистрации диктачек. Чепын диастас, а честный конкурент электорал, есть Индреп Санчап, компания электорал. Чечи, шива, феличит. Чепын кузио диастас, Чепи, компания электорал. Евреус индем питоц, каначаста компания электорала. София, как сплати, где калм или не штиц? Май путини декларации таюаси, май путини мурдарии, потому что азвазуча фостен кампания президенциаль. Ам президенциаль, ам приму тур, ее на нумит нумили нич лаун конкурент электорал. Ам с кем тот саба тут амин. И вот как умом чепу тот саба тен блок, с тем ди блок, стиматься, сау не стиматься конкурент электорал, дичива темец, а чеус пацец. Аж раз понял ворба, что он проверк моду вниз. Мы не есть у сарбатуари фуарти фурмаса, мы не есть у Свенту Николай. И у вас величит тот, что это тени Республики Молдова, который порта честными. Карсен Николаевич, аминтата фос Николай, вчера учил мой миг есть Николай. Мы не есть и храмы мой мультисати, инклюзив в сату мил натал. Бразов величит ко час сарбатуари, стимат скончит сен своресе сенатати, сук чеси, шику дом не жут. Чель бунь.